Российской Федерации разработаны правила поведения граждан при возникновении террористической угрозы. В случае обнаружения бесхозных или подозрительных предметов. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет. Отойдите на безопасное расстояние. Вызовите сотрудников правоохранительных органов и дождитесь их прибытия. Не принимайте никаких предметов от незнакомых людей. Взрывные устройства могут быть замаскированы под обычные предметы. Сумки, рюкзаки, огнетушители, мобильные телефоны, фонарики и игрушки. Обращайте внимание на расположение эвакуационных выходов, находясь в общественных местах. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Сообщайте обо всех подозрительных ситуациях без промедления. Будьте бдительны, и ваши действия помогут в предотвращении теракта. Телефон экстренных служб 112. В России действует система оповещения населения, определяющая уровни террористической опасности в соответствии с тремя цветовыми сигналами – синим, желтым, красным. Если объявлен синий уровень опасности. Первое. Обращай внимание на то, как выглядят и ведут себя окружающие. Люди, одетые не по сезону, избегающие сотрудников правоохранительных органов, могут оказаться террористами. Второе. Не принимай никаких предметов от незнакомцев. Третье. Относись с пониманием к работе правоохранительных органов и окажи содействие в случае необходимости. Четвертое. Сообщай обо всех подозрительных ситуациях без промедления. Пятое. Следи за новостями по ТВ, интернету или радио. Если объявлен желтый уровень опасности, первое. Соблюдай правила синего уровня. Второе. Носи при себе документы, удостоверяющие твою личность. Третье. Обращай внимание на расположение эвакуационных выходов, находясь в общественных зданиях, в том числе в торговых центрах, на вокзалах, метро и аэропортах. Четвертое. Будь внимателен к появлению незнакомых людей или машин на территории твоего дома. Пятое. Обсуди с родственниками план действий в чрезвычайной ситуации. Определи место общей встречи. Убедись, что у всех есть телефоны экстренных служб. Если объявлен красный уровень опасности. Первое. Соблюдай правила синего и желтого уровня. Второе. Вместе с жильцами своего дома участвуй в регулярных обходах подъездов и двора. Третье. Избегай мест массового скопления людей и по возможности оставайся дома. Четвертое. Подготовься к возможной эвакуации. Собери пакет необходимых документов, деньги, набор предметов первой необходимости, аптечку, запас еды и воды. Пятое. Если ты оказался вблизи или на месте совершения теракта, как можно быстрее покинь его, сохраняя спокойствие. По возможности помогай пострадавшим уйти из опасной зоны. Помни, для маскировки взрывных устройств террористы используют обычные предметы – сумки, рюкзаки, пачки сигарет, мобильные телефоны, игрушки. Донеси эту информацию родным и близким. Будь бдителен, и твои действия могут помочь в предотвращении теракта. Телефон экстренных служб 112.